моя. Самое дорогое, что есть у моей мамы. Это она меня так любя называет. А это мои родители. Я их очень-очень сильно люблю. Хотя я еще совсем маленькая. Вы не поверите, но у меня теперь есть настоящий крестный папа. И самое лучшее на свете – крестная мама. Это мои духовные родители. Они мне будут помогать познавать этот мир. Как замечательно, что у меня теперь такая большая семья. Еще со мной произошла удивительная история. Какая? Я вам сейчас ее покажу. May it be an evening star shines down upon. May it be when darkness falls. Поздравляю мою внучку Вареньку с крестинами и желаю, чтобы она росла здоровенькая, умненькая, чтобы радовала папу с мамой, бабушек и дедушек, и чтобы всегда с ней был ангел-хранитель. Варечка, маленькая наша девочка, ты всегда останешься для нас такой маленькой. Знай, что мы тебя очень сильно любим. Счастья тебе, здоровья. Верь в Бога, люби Бога. А мы будем любить тебя. Люби своих родителей, они у тебя отличные. И они воспитают отличную дочь. Мы тебя очень сильно любим. Куколка, будь счастлива. Наше золото. Праздником в твоей жизни. Желаем, чтобы ты выросла здоровой, красивой и счастливой девочкой. Слушай всегда маму, папу, а мы будем всю жизнь рядом с тобой и будем тебе помогать, оберегать тебя, ну и любить. Поздравляю. Once.
Андрюшенька, девочка моя, жемчужинка моя, я тебя поздравляю. У тебя сегодня такой важный день, день твоего крещения. Пусть тебя по жизни твой ангел-хранитель бережет, чтобы ты росла здоровенькой, умненькой и всех радовала, солнышко мое. Я тебя очень люблю и поздравляю. Целую, моя девочка. Светлый день поздравить с крещением Господним. Теперь ты частичка Бога. Желаем тебе доброго здоровья. Пусть ангелы тебя хранят. Пусть сердце твое всегда будет любовь. Чтобы ты любила своих родителей и уважала своих дедушку и бабушку. И сегодня в этот день ты приобрела своего ангела-хранителя, который будет тебя оберегать всю жизнь. Мы тебя поздравляем и желаем, чтобы ты принесла эту веру в Бога всю свою жизнь. Сегодня мы тебя покрестили. Мы тебя очень сильно любим. Расти большая, здоровая, слушайся нас. Вот. Мы тебя очень любим. Теперь папа. Варюш, будь доброй, жизнерадостной, послушной. Сегодня, можно сказать, второй твой день рождения. Да. 10 сентября 2016 года. Мы тебя любим. Мы тебя очень любим. Моя история.